фестиваль сам по себе очень знаковое событие и в городе, и в стране. И проходит он уже, по-моему, 23-й раз. Мы сюда приезжали со своими концертами, с гастролями. Этот зал я прекрасно знаю, замечательный зал. Публика отличная. За 23 года стало просто место, так сказать, джазовым логовом России, если так можно выразить. Создал его в свое время Юрий Сергеевич Савушский. Юрий Сергеевич для меня это один из таких, к сожалению, не реальных учителей, потому что я не был его учеником, он не преподавал у меня никогда. Но мы с ним много очень общались и разговаривали и на общие темы, и на конкретные, профессиональные. И он мне подсказывал по аранжировкам, я анализировал его партитур. И, кстати, вот в прошлом году я сделал концерт, посвященный 90-летию Юрия Сергеевича. Этот концерт уже выпущен на пластинке, вот мы сегодня их сюда привезли.